Власти Украины планируют в ближайшее время выслать из страны Михаила Саакашвили. По данным местных СМИ, депортация экс-президента Грузии и лидера партии «Движение новых сил» может произойти уже до конца года. Саакашвили будет депортирован не в Грузию, а в третью страну, возможно, в Польшу. Именно оттуда в сентябре Саакашвили с боем и прорвался в Украину.